каждого явления есть свои плюсы и минусы. И поэтому кризис – это хорошая возможность развивать внутреннюю экономику, внутренние отрасли промышленности. Это хорошая возможность развивать внутренний туризм, потому что наша страна очень богатая, и нам есть что показать иностранцам. Чтобы Россия вышла из кризиса, нужно повышать уровень образования в первую очередь. А для того, чтобы повысить уровень образования, нужно обеспечивать достойные условия для преподавателей. Так как я таможенник, я буду справляться с контрабандистами, а кризисом пусть занимаются экономисты. Я учусь в финансовом университете на экономиста, и как только получу диплом о высшем образовании, я решу эту проблему. Страна, потерпи еще 4 года. В ответ на санкции Запада я предлагаю запретить европейцам брать в жены наших девушек. И тогда все санкции мгновенно отменятся, ведь наши девушки самые красивые. Мы должны учиться работать и учить китайский язык. Из кризиса политики не знают, как нам выйти. Вы думаете, я знаю? Для предотвращения кризисной ситуации в России нужно слетать в Америку, внедриться в правительство США и все разрулить. Я готова стать министром иностранных дел Российской Федерации. И поверьте, я найду общий язык с представителями разных стран. Надо просто всем дружить. Делать поставки нашего любимого и национального блюда чак-чак в другие страны. Чак-чак спасет Россию! Знаете, мне кажется, чтобы преодолеть этот кризис, нужно поддерживать отечественных производителей, пересесть на отечественные машины, а лучше на лошадей. Ведь лошадь не подведет. Я думаю, что всем россиянам нужно жить так же хорошо и весело, как мы жили прежде, а Владимир Владимирович Путин все контролирует. Я в это верю. Надо представить, что это иллюзия. О чем мы думаем, мысли наши материализуются. Если мы будем думать о кризисе, он будет. Если мы не будем о нем думать, то его не будет. Но приезжайте в город Набережные Челны, у нас нет кризиса. Давайте представим, что кризиса нет. Вот давайте все вместе, каждый зритель, сидящий в этом зале, представит, что кризиса нет. Во-первых, мне сейчас 16 лет, и меня это никак не волнует вообще. Я даю вам установку. Кризиса нет. Кризиса нет. Кризиса нет.